Ну все. Корабль готов, капитан. Спасибо, Билли. Дерри не похож ни на один город, где я бывал. Люди здесь гибнут или пропадают в 6 раз чаще, чем в среднем по стране. И это только взрослые. С детьми все хуже. Гораздо хуже. Всех нас сюда приносит течение. Я что-то видел. Там был такой... клоун. Я тоже его видел. Смотрите, эти места объединяет канализация. Вот где оно живет. Что случилось? Билл! О, нет! Мамочки! Что это? Выключай! Не надо! Выключай! Если пойдешь со мной, тебя тоже унесет. Джорджи! Тебя тоже унесет! Тебя тоже унесет! Тебя тоже унесет! Тебя тоже унесет! NR Productions и The Exchange представляют. Каникулы обещают быть прекрасными. Я люблю тебя. Я тебя тоже. Добро пожаловать в Таиланд. Джулиана Мари Ричардсон, ты станешь моей женой? Да, да. За вас нужно выпить. Кстати, мы тут давно и можем вам помочь. Будем рады. Я знаю одно место, где вам просто сорвет крышу. Невероятно, что это такое? Кладбище домов призраков. Местные боятся их уничтожать. Так что они все оказываются тут. Посмотри сюда. Возьми с собой. Сувенир из путешествия. Эй! Давным-давно была женщина. Сгорела. Умерла. Плохая смерть. Злая душа. Мы называем ее Ватабе. Призраков. Если потревожишь дом призрака, призрак придет. Ребята, это Белль. Она недавно перевелась. Это не ты переехала на Ocean Avenue 112? А ты что, следопыт? Что? Нет.
Ужас Амитивилля. Узнаешь этот дом? Откуда ты знаешь, где я живу? Все об этом знают. Том заставил Ронни Дефио убить всю свою семью в 74-м. Их нашли вчера. Всех застрелили. Почему ты не рассказала мне про дом? Это всего лишь сказка о привидении, милая. Вам с братом будет здесь хорошо. Я скучаю. Я тоже. Извини. С этим домом что-то не так. 40 лет ничего не происходило. В Библии 40 – очень важное число. 40 лет – в стране царил мир. Может, зло появляется каждые 40 лет? У меня плохое предчувствие. Это происходит снова. Это творится с моей семьей. В твоей голове есть еще кто-то? Да. Найди источник зла и уничтожь его. Красная комната. Там что-то происходит. Это очень страшный дом. Он нас не выпустит. Он будто живой. Одно из великолепнейших зданий Нью-Йорка скрывает убийственную тайну. Приветствую в Хевенхерсте. Я чрезвычайно требовательна в выборе своих квартирантов. Раньше здесь жила моя подруга Даниэла Хэмптон. Да. Меня случайно поселили в той же квартире? Так вышло, что Даниэль и Джейсон съехали отсюда последними. Джейсон? Я надеялась, вы знаете, куда они уехали. Обычно после отъезда жильцы не поддерживают со мной связь. Въехали? Да. Я Сара. Смотрите, чтобы не выселили. Вы не слышали ничего странного про Хевенхёрст? Их не спасти. Что ты там держишь? Я взяла его на память о вас. На память? Что там? Надо уходить. Беги! Где Сара? Ее здесь нет. Я уйду только с ней. Милочка, вы вообще не уйдете. Вас выселили. Бегите. Времени мало. Скоро в кино. Это наш новый дом. Большой, как замок. Будьте как дома. Занимайте любые комнаты наверху. Мы с миссис Маллинс
Будем жить здесь, внизу. Заперто. Так и останется. Кто тут? Ты дочь Малинцев, да? Ты поможешь мне? Что тебе нужно? Джанис говорит, она видела вашу дочь. Моя дочь мертва уже много лет. Она покинула нас совсем маленькой. Нет! Мы молились, чтобы снова увидеть нашу малышку. И она ответила нам. А потом попросила разрешения вселиться в куклу, чтобы быть с нами всегда. Мы сказали «да». Что-то преследует меня. Что? Дьявольское создание. Потому что я принадлежу ему. Это кукла. Она дьявол. Аннабель?